жители Чуваши. Позвольте вас поздравить с столетним юбилеем вашей республики. История ваша не 100 лет, она глубоко уходит корнями в древность. И вот эти древние традиции воспитали вас как трудолюбивый, сильный, честный народ. Я общаюсь с вашими спортсменами, которые себя очень хорошо зарекомендовали на международном уровне, которые представляют вашу республику. Я надеюсь, что вместе в России ваша республика вложила большой вклад и еще больше вложит в историю нашей совместной Родины. Желаю вам успехов, здоровья и счастья. Заслуженный работник спорта Танюшкин Александр Иванович.